Опачки! Ёлки-палки! Вот это вот... говняшку-какашку надо ребалансить. Сразу вторая! А вот это интересно! Самар Малахит — это соло прохождения Бамала на авто. Кэп, хорошего стрима и отличного настроения! Фолли Гайвер! Черт возьми, Вивиан, тащи свою дикчобную задницу сюда! Там жена дома, поэтому пока не будем ее орать. О, давай! Сюзерен картон. Блин, ну, реально неплохой герой. Массовый штраф скорости. Это круто, на самом деле. Можно ставить на ту же самую гидру, почему нет. И, кстати, да, этот герой может качать корм на невозможной кампании за 6 секунд. Хороший ПВЕ герой. Кэп с наступающим. Вот, давай, 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 Септимус. Блин, куда его сейчас? На Альнаме, если только. И то сейчас на Альнаме лучше делать героев, точнее делать команды через ниндзю, через Анири, самое главное. 1 числа тоже в 12 x2 на войды, кто там с Бадунца, если что, залетайте, заходите, будет тоже весело. Вот там как раз таки будем алкострим устраивать. А мы открываемся и... скелетик! Леги нужны! Вот это уже круто! Поздравляю тебя, бро! Поздравляю! Вот она, первая легендарочка топовая к нам пришла, Володя! Володя! Валькирия, блин, какая же она сосочка! Так! Нет, нет и нет и нет. То есть из 10 осколков может ничего не выпасть. Но нам выпадает все-таки Лего, и это Дракул Костлявый. Ребят, бонус защиты с бонусом атаки с перезарядкой 3 хода. Плюс еще интересный щит с контролью. Если у вас нет анкила, то можно использовать на клан босса. Если у вас есть анкил, то на войны фраг. И давай! Черный рыцарь. Ребята, герой на секретную комнату в роковой башне. Есть такая секретная комната, где надо пройти с героями здоровья. 800 лайков в розыгрыше пакета рубинов, который стоит $10. И... что такое? Сюзерены сегодня падают. Ну, бро, это хороший герой на самом деле. Поможет. Однозначно будешь качать. Родители живы, жена счастлива, дети здоровы. И... эх, выбыл бы ты раньше, когда фармился Альнаме. Илья. О, давай, давай, давай! Астролит. И вот, вот, вот! Иди сюда, мой лысый мальчик. Вот это пушка, ребята. Это пушка, герой. Поздравляю. Уф. Очень даже ничего. Очень даже неплохо. Один ванкил, второй на Бамала. Почему бы и нет? Так, еще одна лего Ширимайна. Эх. Да, заморозочка, это приятно. На, опять же, куда-нибудь на роковую башню, как герой контроля. Но далеко это не супер имба. Лоуган. Вы знаете, когда-то этот герой, когда в рейде было мало героев, он был актуален. Как-то так придумалось. И на тебе! Поздравляю, поздравляю тебя с офигенным ДД. И Самсон Истребитель. Вот такой вот King Kong нам приходит. Ну такое, видите, средние оценки у него. Вот, если честно, мне как герой здоровья с дамагом нравится больше Магнар. Может... о, сразу еще одна Лего и Рошкар. Вот это неплохо. И еще одна Лего. Ты визирь Авелис. Вот такой вот Илидан к нам приходит. Ну, 10 сакралов, 3 Леги. Очень даже неплохо. Это не очень. И давай... красота, рогаш, поздравляю, мощный ДД, очень даже, бьет больно, штраф защиты при этом накладывает.
Мараникс, куда? О, сразу, сразу же, ну это разен. Улучшишь ящеров, там Романту все-таки будет, как ни крути. Ё-моё. Точно, точно. Не то, что мы хотели. Давай. Ой, сразу Лего и Харима, красотка. Хурма! Всех вас, друзья, с наступающим Новым годом. Желаю вам только хорошего настроения и счастья. Особенно вот этого вот внутреннего счастья. Неважно, какое у вас материальное положение. Неважно, что у вас в жизни происходит. Если у вас есть на душе счастье вот здесь, сейчас, радуйтесь, ловите эти моменты. Это и есть наша жизнь.